Взрослый выбор предстоит сделать каждому подростку. И прекрасно, если есть возможность попробовать варианты. Школьники уже сейчас готовятся быть профи в том, что по душе. Не я выбрал, судьба выбрала. В целом должен получиться контрольный раствор, по которому я проведу электрическую кондуктометрию, чтобы можно было легче сравнивать потом пробу сахара. А пробу сахара я делаю, чтобы в итоге понять массовую долю золы в сахаре. Глобальная рамка и тренд в сфере образования – это а. цифровизация, ну, что имеет место быть, и это как раз индивидуализация, на что и сделан акцент, чтобы действительно ребята могли разносторонне попробовать себя в разных сферах и уже сделать окончательный выбор, не основываясь на слухах, на моде, а имея свое внутреннее ощущение. На конкурсе профмастерства ученики классов Сибура из 9 и 18 школ соревновались за звание лучшего в 4 компетенциях. Лаборант химического анализа, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, наладчик КПА, слесарь КПА. Конкурс для старшеклассников – часть образовательной программы «Профи поколения Next». Программа Тобольским многопрофильным техникумом реализуется с 2017 года. В этом году требования стали еще серьезнее. Конкурс среди школьников проходит по международным стандартам. Проверяли прикладные навыки, которые ребята получали на протяжении образовательной программы. Но сейчас, опять же, стандартизация, унификация, которая говорит нам о том, что есть международные стандарты, которым действительно педагоги ТНТ могут обучить, а дети могут в себя впитать. Классы Сибура готовили к этому конкурсу преподаватели Тобольского многопрофильного техникума. Одно занятие длится около 4 часов раз в неделю. Уже второй год приятно удивляет экспертов то, что среди участников большое количество девушек. Даже работа с инструментами их совсем не пугает. Это значит, что наши рабочие места, они предназначены не только для одной половины человечества, да, а для всех. Это равные возможности действительно для всех. Это говорит о том, что у нас качество труда растет. Если мы раньше думали, что это тяжелый труд, то сейчас и девушка, хрупкая девушка, да, это выпускные классы, может очень качественно выполнять свой труд. Я был приятно удивлен. Прекрасная половина не только смело конкурирует с сильной на одной площадке, но и побеждает. Я стала победителем конкурса «Профи поколения Next» по компетенции «Промышленная автоматика». И, по сути, пошла туда, потому что выбирала между лаборантом и промышленной автоматикой. Так как я уже занималась химией в этом направлении, я подумала, что мне будет неинтересно и нужно пробовать что-то новое. Ну и, конечно, этих детей уже сегодня видят востребованными кадрами будущего. Конечно же, приглашаем учиться в нашу профессиональную образовательную организацию и с дальнейшим трудоустройством. Нужно рабочие профессии прославлять. Они весьма востребованы на рынке труда. Они сегодня необходимы. И, проверьте, ну, заработная плата сегодня достойна. Станут ли ребята лучшими специалистами в том направлении, которое выбирают сегодня, или отметят его как пройденный этап и начнут искать себя в чем-то другом? Важно, что этот вывод они уже могут сделать из собственного опыта. Анастасия Плюснина, Ярослав Прохоров, Михаил Куричко, Тобольское время.